Марина Пересада – мама 6-летней Алины. В следующем году девочка пойдет в первый класс. Марина же признается, по ее материнским ощущениям, зачисление в садик было будто бы вчера. Ровно через месяц после того, как Алине исполнилось 3 года, девочка пошла в дошкольное учреждение. Сегодня Марина следит за процедурой распределения мест в детские сады, представляя интересы родителей. На протяжении года я присутствую практически на каждом собрании по распределению детских мест. И хочу сказать, что на самом деле процедура проходит очень честно, открыто. Процедура распределения мест в детские сады проходит раз в 2 месяца. В Самаре более 170 дошкольных учреждений и порядка 9000 детей, которые готовы в них пойти. Половина из этого числа местом в дошкольных учреждениях уже обеспечены и стоят в очереди на перевод. Сегодня распределили почти 400 мест. Для этих малышей новый этап жизни начнется уже в январе. С родителями свяжутся заведующие тех детских садов, куда дети получили направление, проинструктируют их. У заведующих есть 10 дней на то, чтобы связаться с родителями. После звонка 10 дней у родителей для того, чтобы собрать пакет документов и представить в детский сад. Распределяет места специальная компьютерная программа, а за процессом следят члены наблюдательной комиссии. Следующее распределение состоится в конце января. В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году создано порядка 950 мест для детей до 3 лет. Проведен капитальный ремонт групповых помещений, а также приобретено 1 новое помещение. Администрация Самары выкупила помещение в промышленном районе для размещения там яслей. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.